Тема «Виды предложений». Следует различать виды предложений по количеству грамматических основ. Простое предложение имеет одну грамматическую основу – подлежащее и сказуемое. Например, «Яркое солнце светит над нами». «Что солнце?» – это подлежащее. «Солнце что делает?» – светит – это сказуемое. В данном предложении одна грамматическая основа, поэтому предложение простое. В сложном предложении две и более грамматические основы, между которыми присутствует как союзная, так и бессоюзная связь. Например, ветер в поле воет, дождик моросит. В предложении две грамматические основы. Первая – ветер воет, вторая – дождик моросит. Между ними бессоюзная связь, ставится запятая. Следующий пример. Шел дождик и светило солнце. В предложении две грамматические основы. Первая – дождик шел, вторая – светило солнце. Между ними союз и запятая. Далее. Ярко светило солнце, но вдруг набежали тучи. В предложении две грамматические основы. Светило солнце, набежали тучи. Между ними союз «но» и запятая. Следующий пример. Наступила весна, а цветы не расцвели. В предложении две грамматические основы. Наступила весна, цветы не расцвели. Между ними союз «а» и запятая.